смотрите, опять же говорю, для рук нам понадобится полотенце, так что можете его найти. Мы перерываем. Сейчас будет перерыв. Опа. Ну что же, ребята, сжимите руки. Крутите ручки. Три раза так, три раза сяк. Три раза в другую сторону. Так, следующие это ножки. Ножки тоже можно покрутить. Так, у нас лучше всего держит равновесие. Опа. Опять же, на разминке главное разогреть. Так, а следующее упражнение это УПП. УПП это приседания прежде всего. Вот так боком больше. Опять же, лучше не смотреть, как делать. Понял, как нужно приседать, да? Да. Смотри, не так. Так, ну что ж, отжиматься. Дальше смотрите. Отжиматься можно вот так. А можно вот так. Перпендикулярно или вдоль трудно. Отжимаемся раз здесь. Так. Смотрите, это у нас планка. Если такой есть планк. А если такой вид планки? И мы переступаем с одного вида планки на другой. Так мы можем разрабатываться плеч. И последнее упражнение в разминке это мельница. Ставим ноги широко и тянемся рукой сюда и сюда. Задача не вот так просто плохо, а задача поворачивать таз, разрабатывается в самую воду. Сегодня у нас перерыв между упражнениями будет сколько? 1 минута. 1 минута. Кирилл, что ты на это скажешь, 1 минуту? А? Ну, 2 минуты. 3 минуты? 2, хорошо. А не 3. 3 минуты, 1 минута. Кто еще хочет высказаться, ребят? Говорите. Ну, я тоже, может, 1 минуту уже поменьше сделаю. Так, сколько минут? 1. 1 минута. Вау. 5. Сколько? 5 минут. 5 минут нету. До 3 можно. Есть. 1 минута, 1,5, 2, 2,5 и 3. 1,5. Хорошо. Тебе сколько лет? Ладно.
Опять же, если вы не говорите, сколько вам лет, я ставлю вам просто один балл. Так, кто-нибудь с вами? Мне 7, моему брату 12. 12. Значит, 1,5 балла сделаем. Вот, видишь, хорошо, что сказал. А, Вера, Надежда, вы что хотите? Ладно. Раз никто не хочет высказываться, то у нас 3 минуты 1,5 балла, 2,5 и 2 минуты 0 балла, 1,5 минуты у нас 1,5 балла и 1 минута 2,5 балла. Опять же, если вам будет трудно делать какое-то упражнение, ребята, вы всегда можете сделать перерыв, сколько вам надо, но продолжите. Продолжите тренировку. А я сейчас перейду немножко пониже, чтобы вам было лучше видно, и мы продолжим. Окей? Окей. Так, я вижу, надо опустить камеру ниже, где-нибудь вот так. Устроить? Думаю, нет. Подальше сделаем. Опять же, нам понадобится полотенце, ребят. Так, подберем полотенечко. Так, сейчас я еще кое-что принесу. И мы начнем. Так. Готовимся, ложимся. Опять же, главное упражнение тут это отжимание, так что почти что все упражнения будут выполняться так лежа. Вот, смотрите, первое упражнение. Делаем такую букву А. И отжимаемся. Понятно? Чем глубже отожметесь, тем труднее. Поняли? Чем ниже вы будете делать попу, тем легче отжиматься. Ну что ж, сейчас у нас просто статика. Мы немножечко сгибаем руки. И вот в этом положении, которое я говорила ранее, держимся. Заслуженный отдых. Опять же, если вам тяжело, отдохните. Вы и так у нас крутышки. Для одной элитной персоны. Так. Смотрите, сейчас у нас отжимание, да, рука должна стоять как можно ближе к ногам. Хопа. Раз. Два. Опа, мы поднимаем, не опускаем, не поднимаем высоко, как в прошлый раз. А на среднем уровне, как обычное отжимание. Сейчас мы делаем статику, то есть в этом же положении немножечко сгибаем руки. Опять же, упрощенная версия, это когда вы просто как на отжиманиях сгибаете руки. У кого уже напряглись руки?
Можно ими поболтать на перерыве. Наш еще плечи напрягаться будут. Это что часть рук? Вы знали, что лопатка, которая тут находится, тоже часть рук считается? Смотрите-ка, тут мы тоже делаем букву А, как можно выше. Немножечко сгибаем руки. И вот так делаем. Хоп. По бицепсу. Хоп. Даже вот так вам встану, чтобы вам было лучше видно. Поняли? Если будут вопросы, говорите. А мы должны задерживаться в положении? То же самое удержание, на одной руке, которое мы делали. Тут уже я делаю по другим ракурсам. Если вам легко, вы можете также сделать немножечко руки согнуть, только уже в обычных отжиманиях. Отдыхаю. Я уже вспотела, а я только начала. В большинстве, если мы говорим о тренировках без оборудования, то это отжимание. Смотрите, ребят, сейчас мы отжимаемся так же буквой L, только мы еще берем и делаем вот так. Хоп! То есть на одно отжимание делаем 4, 2, 2 этих замаха. То есть когда мы выполняем какое-то упражнение, какое-то количество отжиманий буквы L, а сколько раз махание руками? Два раза большее количество поднимания рук. И последний раз. Закончили. Ну что ж, у нас минутный перерыв. Что можно делать на перерыве? Можно выпить водички. Можно порезвиться, можно поболтать руками. Можно самому потрястись. Главное — расслабиться. Вы можете хоть лечь и уснуть. Я вам скажу, когда проснуться. А пойду пить водичку. Так, кстати, говорите, музыку сделать громче? Нет, так нормально. Спасибо. Можно вытащиться больше полотенца. Надеюсь, что вы к этому времени уже подготовили свое полотенце, чтобы вытирать. Кстати, может сойти и простыня, но главное вот такого вот размерчика. Мы скоро начнем, потому что готовимся. Если я говорю готовиться, то мы встаем вот в такую позу. Так. Смотрите-ка, сейчас у нас отжимания алмазиком, сердечки, как хотите, так и говорите. Опа. Опа, алмаз. Попу мы не опускаем, не поднимаем.
Держим вот так. Как у нас уже обычное отжимание. Если вам не нравится обычное отжимание, вы можете делать такие вот отжимания вдоль. На них больше напрягается бицепс. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Так, ребят, кто предсказывал на предсказание перед тренировкой, что будут именно руки? Так, смотрите-ка. Сейчас мы делали упражнение на прессе, когда мы поднимали вот так. Сейчас мы ставим пальчики и делаем так же, только мы поднимаем ноги за счет пальцев рук. Опа. Поняли? Если вам легко, вы можете голову просто поднять. Так тяжелее. Дракон, или же отжимание кошка, хоп, опускаем по рукам до низу, ноги мы на пол не бросаем, и делаем такие вот отжимания, хопа, ноги у меня не касаются пола, не касаются, если вам трудно делать такое упражнение, вы можете это же упражнение делать на коленке. Имейте в виду, когда я объясняю, если вам понятна тема, понятно упражнение, вы его выполняете. Хорошо? Договорились. Готовимся. Сейчас у нас будет медленное отжимание. Выполняем отжимание, только медленно. Как можно медленнее. Чем медленнее, тем лучше. Упражнение. Лягушка. Встаем как лягушка или как гопник. И делаем так. Оп. Ноги, главное, как можно отвести дальше. Легкое упражнение. Легкое. Как перерыв. Вот, как гопник. Будем отдыхать. Отдыхаем. По-нормальному теперь. Как нормально. А если вам недостаточно этого отдыха, вы можете отдыхать немного больше. Опять же, не гонитесь за мной, но лучше выкладываться по полной. Опа, смотрите, сейчас у нас одно отжимание нормально. Обычное отжимание. Если вам легко это делать, вы можете в это положение перепрыгивать. Поняли? Ну что ж, тренировка
среднего уровня сложности закончилось. Кто ощущает напряжение в мышцах рук? Я лучше выпью водички. Музыку сделаю погромче. Конечно, музыку слышно, просто я ее тихо поставила по вашим просьбам. Кстати, напишите, как вам моя прическа? Я постригся. Отлично. Хорошо стрижок. Класс. Отличная прическа. Классно. Готовимся. Потом готовимся, я подразумеваю, что мы ложимся. Но что мы будем уже выполнять отжимания. Так. И для последнего вида сложности нам понадобится полотенце. Медленное отжимание алмазов, как я говорю, сердечко. Ставим ручками. И медленно отжимаете. Как можно медленнее. И если вам трудно делать это упражнение, вы можете делать его на коленочках. Понятно? Для следующего упражнения нам понадобится полотенце. Нам надо его вот так вот затянуть. Одну ногу, имейте в виду. Так, ногой подтягиваем руки. Опа. Руками даже. То есть нога у нас сопротивляется, а руки мы должны подтянуть максимально близко. И тут вы уже посмотрите, кто жалее, ваша нога или две ваши руки. Тут у меня вверх стимус, он смотрит, чтобы вы делали правильно. Наше упражнение. Рассказываю. Мы отжимаемся один раз алмазом к сердечку. Стараемся перепрыгнуть в обычный отжимание. Хоп. Выполняем. Я вот три ручья. Так, смотрите, следующее упражнение. Полотенце мы вот так вот делаем. И расслабляем или сопротивляемся ногами, подтягиваем наши руки. Значит, у меня сильнее ноги. Или, если вам трудно сопротивляться, вы можете просто их расслабить. Ноги. И подтягивать руками
ноги. Так, перерыв. Так, следующее упражнение. Дракон или отжимание киса. Опа, опущено. Вот. Если вам тяжело, вы можете выполнить на коленках. Давайте делаем. Закончили. Следующее упражнение мы его уже делали. Вот так вот. Повторяем. Желательно спину делать прям. По вашей возможности. Опять же, если вам легко, вы можете сопротивляться немного. А если... Вам легко, вы можете помогать ногами и бритом. Надеюсь, что вы все поняли. Кстати, как вам музыка, если вы ее слышите? Лучше была предыдущая, кто был на прошлой неделе. Или же этот трек. Сейчас у нас будут медленные отжимания. Вы можете выполнять любое отжимание, но главное сделать как можно медленнее. И правильнее. Просто ставите ноги на мы делали вот это целых два раза, а мы будем это делать, кстати, сопротивляясь ногами и руками. Кстати, моего кота, который тут был, зовут Синус, поэтому при перерыве вы его можете позвать. Я посмотрю, откликнется ли он. Кстати, даже не мог. Ну что, ребят, как вам основная часть тренировки с перерывом в одну минуту приблизительно? Давайте. Не очень. Как поняли вы, что руки напряглись? Вот я помню, когда первый раз сделала эту тренировку, у меня после болели бицепс и грудь. То есть при отжимании напрягается грудь, бицепс и бицепс. Вот так. Сейчас у нас тот самый последний, это растяжка. Как можно растягивать руки? Есть одно упражнение.
Мы берем эту руку вот так, ставим. И тянем ее. Можно за что-нибудь зацепить, например, за коврик. И тянуть эту руку. Вон туда, вон туда. А вон туда. Поняли? Давайте тянем. И чувствуем расслабление мышц. Закончили. В другую сторону. Если вы чувствуете, что вам надо еще сделать растяжку, то выполняйте. Ой, ну что? А тут последний этап. Последний этап. Он будет состоять из одного упражнения. Вот так. Вот из одного упражнения. Ваша задача сделать один раз. Но как можно качественнее. Как можно лучше. И как можно длиннее. Это упражнение. Поняли? Сейчас. Первое упражнение. Мы его уже делали. Встать. Вот это. Помните? Ваша задача. Как можно лучше сопротивляться ногами. Ноги должны тянуться вон туда. Вон туда. А руки должны тянуться вот так. Хоп-хоп. Поняли? Выполняем. Ваша задача. Выполнить как можно длиннее. Я чуточку секундомер, ребят. Если вы закончили упражнение, то скажите, что вот я закончил. Я вам скажу, когда сколько вы сделали данное упражнение. Или же вы можете сами засечь, взять телефончик, взять планшет, все что угодно. Мне вот не могут дать кнопочки. И ваша задача на следующей тренировке выполнить длиннее. На секунду, на 10 секунд, возможно, на полминуты, но длиннее. Поехали. Я буду выполнять это упражнение 3 минуты. Если вам трудно, вы можете делать вот так. Если вам легко, вы можете вот тут вот здесь поджимать. Понятно? Минута прошла, кстати. Можно еще просто танцевать. Возможно, тогда же труднее будет. Но не забывайте сопротивляться ногами. Две минуты прошли. Thank you.
но устали. Спину на. И ноги тоже. Последние 3 секунды. Закончили. Уже мы почти закончили тренировку. Открыть последнее упражнение. Давайте, пока мы отдыхаем, вы пытаетесь угадать какое-то упражнение. Ребят. Кирилл, вот скажи, какое упражнение будет самым последним? Это упражнение будет самое эффективное. Оно будет выполняться... не двигаясь. Ну, я не знаю, Даша. Планка. Так, не, планка, она на спину, не на руки. Так, может быть, кто-то подскажет Кириллу? Медитация. Сколько раз вы говорите погромче? Медитация. Медитация. Окей, Кирилл. Так. Если мне непонятно, вы можете даже показать мне эту упражнение. Может, такое? Так, смотрите-ка, ребят. Самое эффективное упражнение встать всегда и будет любое внимание на согнутых руках. То есть мы просто берем, сгибаем наши ручки вот так даже труднее, чем... Чем ниже вы их согнете, тем будет лучше. Вот так, знаешь. И в этом, в этой статике вам надо будет придержаться как можно дольше. Я постараюсь сделать минуту, но это не факт, потому что это упражнение очень трудное. И оно как бы наращивает свою трудность, чем дольше ты это делаешь. Ну что, ребят, я буду делать упражнение. Алмазика. Самый трудный вид отжиманий. Да, бицепс. Бицепс у меня будет гореть, вы посмотрите. Но надеюсь, что вы не будете смотреть, а будете сами делать. Может дракон какой-нибудь вот такой. Может обычное отжимание. Может, как я, делать алмазик. Можете делать упражнение такое же отжимание узко. Как вы хотите. Мне кажется, мы уже отдохнули. Так что давайте я. К сожалению, у меня вот ребят. Как у вас заняло это упражнение? Сколько вы проделали эту статику? Я, конечно же, освободилась. Да? Если вы ее вообще не сможете делать,
Это означает, что вы уже вылили всю свою силу в основной тренировке. Это тоже очень круто. Где-то ты... Четыре-пять раз где-то. Ну, не очень низко, но все-таки постаралась. А громче? Ну, где-то 4-5 раз, потому что, ну, не очень низко, но все-таки чуть-чуть получилось. Немного. А, Теона, я просил делать статику. Это статичное упражнение, когда мы не двигаемся. Оно не измеряется в разах. Оно измеряется во времени. В секундах, в минутах, в часах. То есть, я сейчас делаю упражнение, что я вот так делаю. Вот так вот. И стою тут. Я никак вот так вот не делаю. Я не измерял, сколько я раз сделал. Я измерял, какое время я затратил на это упражнение, ребят. А, ну это тоже было. Тренировка подошла к концу. Надеюсь, что вам она понравилась. Вы влились в процесс. Вы потратили как можно больше сил на то, чтобы выполнять упражнения мои качественно. Ну, конечно, в последний раз мы дошли. Полотенце. Выпьем в последний раз тренировку водичку. Отлично, я пойду обедать. Кстати, ребят, сколько у вас сейчас времени? У меня 1:52. У вас сколько? У меня где-то 14:51, у меня тоже. Сейчас 50. Какой у нас большой временный интервал? Может, кто-нибудь еще скажет? 1:51. Да, как у нас тоже. Вот так. Ну что, какие у вас есть пожелания друг другу, ребят? Может быть, вы что-то хотите сказать мотивационное всем тем, кто тут находится, всем тем, кто с вами проходили тренировку? Удачи, успеха, хорошего дня!